Иногда они возвращаются. Бывший заместитель губернатора края Андрей Щукин займет кресло заместителя временно исполняющего обязанности министра юстиции края. А назначение будет объявлено сегодня, правда, на какую должность, неизвестно. Именно так прокомментировал новое назначение сам Андрей Щукин нашим коллегам из издательства Talk News. По информации портала, Щукин будет заниматься материально-технической сферой управления юстицией. Помимо этого, стало известно, что кандидатуру бывшего вице-премьера правительства региона рассматривали на должность заместителя министра по курированию мировых судей, но согласование он не прошел. Ранее в целом ряде СМИ сообщалось, что Андрей Щукин может возглавить краевой ЗАГС или стать начальником Алтайского отделения Почты России. Тогда эти слухи не подтвердились.